Вітаю всіх шанувальників Українського півдня. З вами я, Лідія Григорєва. І традиційно ми говоримо на актуальні теми нашого суспільства. Сьогодні будемо говорити про підприємництво, економіку. І, звісно, до студії ми запросили підприємця Валерія Синявського. Вітаю вас, Валерію. Вітаю вас. У першу неділю серпня ми відзначаємо День підприємця. Якщо проаналізувати шлях підприємництва в Україні, він особливий чи ні? Він вирізняється від інших країн, на ваш погляд? Вирізняється. У кожній країні свій шлях. Напоминаєте перші роки Совєтського Союзу, коли власть прийшла, стала офіційною властю, вони не знали, що робити. Тоді були часи НЕП, у нас це почалося кооперативного движення. Це єдині роки за всю історію незалежності України, коли бізнес себе чувствував свободно. Ограничений не було. Організовуєш кооператив, десятину платиш, займаєшся всім чим угодно, крім оружия і наркотиків. Ну, ті теми, які не зв'язані з криміналом. Тоді проблема була тільки знайти свободне приміщення, в якому можна було займатися производством. Производили все, від гвоздя, обуви, джинсів, любої одежди, всі підвали чим-то були зайняті, заводи, які розпались, на них выкупалось оборудование и организовывались первые кооперативы. Позже, с каждым годом, это все стало хуже, хуже и хуже. На сегодняшний день, я бы сказал, это праздник со слезами на глазах. Тобто, але изменения? Все хуже. Скоро предприниматель, это как мамонт. Давайте проанализуем, чому такі зміни, и ви говорите, що це негативні зміни. Все-таки підприємництво, по суті, замінило великі підприємства між країнами, між переходом одного суспільного ладу до іншого. По суті, велику соціальну місію виконало на той час підприємництво. Тоді були слабкі такі джерела, як чиновник, а потім почало розвиватися. Чому не відбулось балансу? Що сьогодні підприємцю складно? У нас просто власть за все годы независимости не любит свободных, предприимчивых людей со своей точки зрения. Чему вы считаете, что это лишь предприниматель? Я говорю вообще. У нас предпринимательство не только. У нас также активных людей, общественников, которые начали контролировать власть, и они тоже не угодны. Предприниматель – это свободный человек. И во всех развитых странах это средний класс. На таких людях держится страна. У нас страна держится за счет силовиков и бюджетников. Больше ничего. Посмотрите, даже сейчас во время войны, у нас вместо того, чтобы больше денег выделять на армию и оборону, у нас деньги выделяются на Нацгвардию. Если посмотрите соотношение Нацгвардии и сил и вооруженных сил, это две большие разницы. Поэтому только так. Ми копіруємо російський путь. Але тим не менше йдемо в Європу. Декларуємо. Ділати і говорити – це немножко різні речі. Підприємець Європи, як відчуває себе, на ваш погляд? Ви вивчали для себе? Ви цікавились, по суті, як будували свій бізнес? Якби я був підприємцем в Сполучених Штатах і зробив підприємство з численністю робочих 10 чоловік, створив 10 робочих місць, я б автоматично отримав громадянство. Там все зроблено на те, щоб благоприятствовать предпринимательству, не вовремя сдал отчет, может, ты просто забыл, тебе для начала напомнят по телефону. У нас сутки задержки штраф. Вот и весь показатель. К чиновнику надо приходить за разрешением, а там сами спрашивают, что нужно вам сделать, чтобы вам чем-то помочь. Если у нас сейчас инвестиции идут в страну, о чем докладывает власть, только спекулятивного характера, а власть не отчитывается о том, сколько при ее помощи создано здесь отечественным бизнесом рабочих мест. У нас основные инвестиции в Херсонскую область – это зеленая энергетика, солнечные панели. Потому что они из бюджета получают по 7 с лишним гривен за 1 киловатт электроэнергии. Нет никаких задержек по выплате этих денег, потому что в них участвуют власть имущие. Мы не знаем, откуда эти инвестиции, кто конечный бенефициар. И всегда зеленый цвет.
За два дня, за неделю решается весь пакет документов. Попробуй сделать предприятие с численностью рабочих хотя бы 15-20 человек. Красная эта полоса. Почему так? Цей момент не змінювався з 97-го року, коли ви заснували своє підприємство. Чи були роки такі легкі для підприємців? Я говорю, коли б в самому початку. Коли не було тих, хто контролює підприємця. І вони не навчились, як контролювати, скоріше. Я офіційно зареєструвався підприємцем в маї 97-го року. До цього, як би, пару років працював в тіньовій економіці. Тогда было гораздо проще. Хотя, были нюансы, но никто не ходил. За весь год там один раз пожарники могли прийти, и все. Позже я столкнулся с попыткой рейдерского захвата. Стоило появиться одной жалобе на Генеральную прокуратуру. Генеральная прокуратура расписывает там на 6-7 организаций. Если таких жалоб несколько, то она постоянно расписывает на другие организации. Все приходят с проверкой, показывают свою значимость. Взять торжественное мероприятие, которое организовала власть в театре по случаю Дня предпринимателя. Я часто присутствовал на таких мероприятиях, но в этом году, как никогда, контролирующих структур было, которые поздравляли. Если вдуматься в слова, которые они говорили, начальник таможни, у нас 65% деклараций, это которые экспортируют, и 35% деклараций, которые импортируют. И вот благодаря им мы выполняем план. Да его расстрелять на месте надо. Это получается, лучше завозите сюда, заплатили деньги, мы выполнили план, а эти рабочие места, которые создаются здесь, которые здесь подоходный налог платятся, содержатся местные все структуры социальные, их никто не интересует. Губернатор выступает. У нас инвестиционный проект на столько-то миллионов долларов, тут на столько-то миллионов евро. Но опять же, это зеленая энергетика. Это все не у нас в стране сделано. Ни панели, ничего. Они заняли площадя земельные, платят земельный налог и получают деньги с бюджета. Тут просчитывается на экономика сразу. Если у нас возникают на некоторых предприятиях долги по зарплате, по налогам, у них никогда нет долгов по выплате с бюджета. Ну о чем это говорит? Ну умный человек сразу догадается. Сьогодні підприємець, який не має власних коштів, яким шляхом їх знаходить? Раніше унікально на початку 2000-х років працювала банківська система, були підприємницькі програми, були якісь фонди. Згодом всі ці програми згорнулись. На сьогодні закриті кредити для підприємців? Якщо у підприємця є хороша репутація за ці роки, то в частном секторе можно найти кредитование. Это приватный сектор, да. А банковский сектор? Банковский и не рекомендую, врагу даже свою не пожелаю. Почему? Да потому что это нереально. Какой бизнес нужно иметь, чтобы выплатить 30% годовых? Это вообще нереально. Сейчас рентабельность, если не в убыток, то и то уже хорошо. Дивіться, якось суспільство може впливати, мати якусь програму, чи це не контролюючі процеси? Общество никак этому не может повлиять на это. Это только власть. Тобто повинна якась бути державна програма на підтримку все-таки підприємців? Раніше ж такі програми існували. Зачем поддерживать то, когда проще снять ограничения? У нас любая підтримка – это выделение государственных денег. Опять траты из государственного бюджета. Как они вернутся, никто не может предположить. Бизнес свои расходы планирует. Если во что-то вложить, он просчитывает. Реально, что оно вернется прибылью или нет? И часто густо попадает в просак с этим. Власть вообще не просчитывает. Власть, когда вкладывает деньги, каждый чиновник думает, а что я с этого буду иметь? Поэтому тут надо запретить государственную поддержку. Лучше снимите ограничения. Налоговое законодательство измените так, чтобы упростить это все. Как? Вы сразу приклады наводите. Но проще. Тот же налог с оборота, чем держать бухгалтера. Маленькому предприятию, 5-7 человек, держать себе бухгалтера, это убыточно. Нужно упрощать налоговое законодательство так, чтобы легче было работать. Администрирование налогов так же само. У нас все только ведется, чтобы запутать какие-то пути и усложнить задачи. У нас старается
надо сокращать государственные органы власти. Зачем эти все бюро патруль, ну, центры занятости, статистика, которая все просто на бумаге сидит? Валерію, скажіть, є особливості нашого південного бізнесу? Ви ж спостерігаєте за тим, як розвивається підприємництво? Це торгівля, виробництво, туризм, аграрії. Ви бачите особливості нашого півдня? Херсонська область – це аграрна область, в першу чергу. Плюс курортний сезон, в связи з цим зв'язана трудова міграція. Літом всі їдуть на море в надіжі заробляти, зимою повертаються в город і з цілею десь перезимувати до наступного сезону. Поэтому есть свои нюансы. Сейчас проблема в том, что молодежь вообще не хочет идти на производство работать. У нас нет пропаганды своего производства. Все предприятия загибаются от того, что нет квалифицированной рабочей силы. У нас сейчас трудовая миграция в Европу увеличилась настолько, что скоро каждый мужчина в доме должен все делать будет сам. Скажіть, будь ласка, ви заснували своє підприємство майже 21 рік тому. До чого ви дійшли і як ви сьогодні оцінюєте свій успіх? Ну, все на ваших плечах, я так розумію. Да, все сам. Раніше у мене було 3 направлення ведення бізнесу, до 50 чоловік працюючих. Зараз це сократилось, грубо говоря, в 5 раз. Одно направлення бізнесу. Поэтому, я говорю, перспектив я не вижу, пока не изменится власть. Є у вас така нагода привітати підприємців з професійним святом, адже дуже добре, що є такий день підприємця, коли можна зупинитись, підвести підсумки і, по суті, навіть драм трати, але побачити один одного. Бо я думаю, що підприємці дуже мають обмежений час спілкування в такому обсязі один з одним. В этом году, как никогда, в драмтеатре было очень мало предпринимателей, больше было поздравляющих. Ну, уважаемые предприниматели, я оптимист по жизни и верю, что Украину ждет светлое будущее, и сюда придут инвестиции. Власть повернется к нам лицом, поэтому не опускайте руки. Все будет по-нашему, поверьте. Только от нас зависит будущее нашей страны. В Европе мы никому не нужны. Нам здесь жить, воспитывать своих детей, внуков, поэтому власти некуда деться, ей придется измениться и повернуться к нам лицом. Я еще раз говорю, с праздником вас всех. Хочу вам подякувати за розмову, побажати успіху і вам, Валерію. Нашим шанувальникам українського півдня хочу нагадати, що сьогодні гостем нашої студії був Валерій Синявський, підприємець. І з вами була я, Лідія Григорєва. До зустрічі на українському півдні. Будьте з нами.